ОДКБ поддерживает подключение организации к международной миротворческой деятельности под эгидой ООН, говорится в итоговом заявлении глав государств-членов ОДКБ. Государства-члены ОДКБ рассматривают развитие миротворческого потенциала организации как перспективное направление ее деятельности и поддерживают подключение к международной миротворческой деятельности под эгидой ООН, говорится в итоговом заявлении. В совместном заявлении отмечается также, что государства-члены ОДКБ продолжат содействовать консолидации усилий мирового сообщества в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков и нелегальной миграцией, обеспечению международной информационной безопасности.